Мурат Олегович, давайте соберем символическую сборную Краснодара за всю историю клуба. Ну, это сложный вопрос. И, наверное, на каждую позицию будет по 2-3 хороших игрока. Давайте попробуем. Ну, в воротах Сафонов. Угу. На флангах обороны Калешин, Петров. Центральные защитники Гранквист. Наверное, Алонсо сейчас очень хорошо выглядит. В центре полузащиты это Кабуре, Пирейра и Спиртян. Классен точно слева. Справа тяжело. Ну, давайте, допустим, Мамаев. И центральный нападающий, самый сложный выбор, Ари или Смолов. Наверное, давайте остановимся на Смолове. Круто. А главный тренер тогда кто? Давайте я. Супер, давайте.